всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арекс, Сок, Яблочный, Феникс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, скажите крутые слова. Всем привет! Всем привет! Чувак прям трепетировал, тренировался, всем привет! Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, SCP, и всякие монстры гоняются за нами. SCP, кушайте, приятного аппетита! О, пацаны, тут патроны и жизни можно брать, мне это нравится! Еще броник. И броник можно брать. Знаете, какое можно оружие использовать? Оружие, которое находится посреди карты на вышке, там есть пулеметы. Вот его можно юзать. И мочить их. Поднимаете по лестнице, и там есть два пулемета. Сейчас я тоже туда приду. Буду вам помогать, пацаны. Только он меня, наверное, не пустит. Он меня не пустит. Он не хочет. Ой, руки в боки, проиграл. Эй, не дамажься, я свой. Вот бомж. Ого, у него челюха. Пацаны, меня сожрал. Да только в своих стрелять не надо. Тут путайте нас. Да-да-да, перепутали. Так, да отлично. Их еще очень много, кстати, пацаны, наваливайте. Жизни у них, кстати, где-то под 8-9 тысяч. Придется очень долго фигачить. Да поднимайся! Тут один охранник стоит, не пускает никого на вышку. Так, пацаны, я с вами здесь наверху. Здесь прикольно. Здесь, по крайней мере, очень безопасно. А, никогда греться запускать эту конченую музыку. Хорошо, давайте мы тогда немножечко кинем гранатку маленькую. Сон. На. Там еще два стоят. Да? Входа. На лестницу. Я четко попадаю в них. Но ничего не происходит. Эй, давай, спрыгивай, Арк, ты что там сидишь? Давай, агрик на нас, они за тобой все бегают. Кстати, ни одного еще не убили. Опа, они все сюда идут. Давайте мы удалим эту штуковину. Давайте еще как-то слабенько. Слабенько? Хорошо, давайте других добавим. Феникс, не используй оружие. Сейчас, пацаны, мы возьмем других немножечко. Так, всех я удалил этих монстров, да. Давайте вот этих поставим. Только, пацаны, вам придется туда слезть вниз, чтобы было весело. Потому что они не лазят же по стенкам. Блин, голова. Все на меня сагрились. Вот это веселье у нас. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Я сейчас проиграю, пока он сюда идет. Закрывайся дверь! Вот. Надо... Он сюда, а там зачем ты закрыл двери? Он сюда не идет, слава богу, он не понимает, как сюда подниматься. А, не, поднимается. Нет, не поднимается. Пацаны, я тут. Тут. О, пошел, нет. Ай, блин, я пытался дверь закрыть. Эти монстры получше будут или нет? О, я вижу их уши. Прикольно. За мной, пацаны, вы ручные, я знаю. Дверь умеет открывать. Да? Да. Давайте проверим. Ого, там что жахнуло. Ого. Нифига себе, это что такое? Гранатомет какой-то? Димас, а бомбы считаются за оружие? Нет, пока рано еще. Кстати, они тягают ваши трупы, вы видели в руках? Ха-ха-ха, это смешно. Бум. Нормально, выживаем дальше. Ого, сколько уже чика не носят там. Эти же чика по башке дают. Первый раз такое вижу. А кто играет за чику? Почему на меня все агрились? Так, Димас, иди сюда, и на тебя их прям. Нет, на меня тоже, кстати, агрятся. Они на всех. Нравишься. На тебе по башке, меньше будешь стоять и смотреть. Это арена выживания. Карта называется Battlefield. Получается поле битвы. О, кстати, да, они умеют открывать, а только что один вышел. Ой, я могу запрыгнуть. Так, давайте все-таки сделаем еще битву. Так, зачем я спину? Ой-ой-ой-ой-ой. Пошла битва. Ой, ты чё тут делаешь, бомж? А, они же по стенкам ходят, я вспомнил. Что они делают с нами? Ого, у них тут драка трупейшинами. Давай, я верю в тебя. Котопёс, ты сможешь. Нет, не смог. Чего-то не хватило. Пацаны, бегите. Котопсы всех замочили. Ого, тут гора NPC-шек. По ним нужно ходить. Они дерутся еще. Переогрей этих на костюменов. Уже закончились. Все. Они теперь за нами все бегают. Кстати, от них не убежишь ни на высоту, никуда. Они всегда знают, где ты. Давайте попробуем сюда их запутать. Так, тут мы еще не ходили. Тут
так скромненько. А где они? Я, кстати, пытался закрыть дверь, но дверь это не закрывается. А только эти, которые наружу закрываются. Идут. А сюда они не идут, они только там ходят за кем-то. Так, давай, за мной. Сюда, вот красавчик, молодец. Ай, они меня перегрызли. Так, сюда идет. Отлично, беги. А, да, он забежал. О, а что нам тут делать? А, помоги. Отлично, я смог. Я смог его обмануть. Отлично, мы тащим. Давайте пока ворота откроем. Пока не откроется, мы сейчас сюда забежим. Отлично. А сюда он не сможет зайти уже, да? А, лошара. Они по ступенькам не понимают, как ходить. Он еще вверх ногами как-то ходит. Странно очень. Не, не получается никак. Пацаны, сейчас будет жесткая волна. Я его пережил с 10 хпшками. Так, давайте вообще очищу карту. Вижу, там трупейшн много валяется. Вот так вот. И мы поставим сиреноголовых. Они сейчас очень популярные. Нет. Да. Это фонарноголовые. Ой, да, это... Я проверял, видишь, молодец, заметил, что я не тех ставлю. Подожди, а где у нас сиреноголовый? Еще вот он. Должен сдаваться звук. То есть сирены. Вот он, пошел. Отлично. Ладно, все, больше ставить не буду, это прям жестко. Они что, могут скуз... А, нет, это просто текстурки. А они могут меня убить так? Классный звук издает, мне нравятся сирены. Смотри, сколько их возле меня, Димас. Они тоже за мной агрятся? Ой. Они не могут бить, когда ты находишься в здании. Это очень... Я понял. Так, давайте выходим сюда. Вот это жесть. Да они какую-то панику создают своим вот этим... сиреной своей крутой. Пацаны, вы били тут подземелье? Тут прям руины какие-то, все развалено. Подземный лабиринт. Давай посмотрим, что там. Так, я выхожу на улицу. Да я уже поднялся. Он меня ждет. Короче, попробуй пробежать на дурачках, вдруг повезет. Нет, не повезло. Ой-ой-ой, какой шум от них. Ребята, как всегда для вас эпик. Там такое что-то творится неимоверно вообще. А я вниз иду, я не боюсь. А, блин, они везде знают, где я. Открывай двери. Выходи! Боишься? Нет. Я тоже. А чё ты не выходишь? Выходи! А чё ты не выходишь? Так она меня уже сожрала два раза. Я же невкусный. Ладно, выхожу. Ну, блин, ты видишь, что моментальная смерть? Ты посмотри, сколько их уже. Капец. Давайте удалим парочку. Три штуки оставлю. Стенку убили. Вот, все, три штуки, это будет норм, потому что это очень сильно. Все выходим на улицу и бегаем. А то в здании ныкаться неинтересно. Да. А не знаешь, почему мы в здании зашкерились? Они просто не давали выйти. Ты видишь, что они творят? Идут, они, идут. Они, кстати, если близко подойти к этому бортику, то они могут тебя сожрать. Вот меня так сожрут. Попробуй в башню зайти. В башне схавают меня или нет? Вот я, оно. О, съел! Схватил! Ой, там что-то такое творится. А какие-то звуки конченые издают. Футбол моим трупом играют. Интересно. Да, эти монстры такие. Кстати, сиреноголовы такие очень харизматичные монстры. Вроде ходит тихонько и моментальная смерть. Кстати, у него есть анимация, когда он к рту, да, подносит нас или нет? Да, это он кушает. Во, я вижу. У меня в сиренах рот. Ну нафиг. Он жестко, он сразу съедает, либо топает. Да. Просто. Блин, из этих камней я чуть не сдох. На, ракету тебе, сиреноголовый. Пацаны, извините, обстоятельства. Бум. Ай, горит. Офигеть. Они живые, что ли? А ты знаешь, сколько у них жизни, конечно? Нет. Живые. Мы же их не тестировали на жизнь, надо будет их как-то потестировать. Ядерным взрывом повзрывать все. Заметил, кстати, что от бомб они меньше погибают, чем от других. Да. Так, оружие. Ого, какие шумы они сдают.
Так, пацаны, я беру очень мощную бомбу. Они что, живые, что ли? Ого, предметы, смотрите, как зафризились от взрыва. Ничего да, мама, себе. Да, их отбросило. И держит до сих пор. Ой-ой-ой, моментальная смерть просто. Давайте проверим, живые они или нет. Судя они живые, представляешь? Я слышу, они живые. Офигеть, да как? Один живой, один. А, те мертвые? Да, вот один, который ходит только. Я его вижу только одного. Пацаны, еще одну взрывая бомбу, на всякий случай. Все, я его убил. Эту ядерку никто не может выдержать. Даже сиреноголовый. Знаете, мы в следующий раз этих... Мы этих монстров будем использовать в следующий раз очень большой карте, когда карта здоровенная. Это маленькая... Ой, давай. Прощай. Пока он тебя жрет, я уйду. А, и я сожрался. Короче, ядерка их его не взяла. А тут не это. Они до сих пор двое живы, оказывается. Еще раз, заметил. Пацаны, на всякий случай. Нет, все-таки эта бомба тоже не пойдет. Давайте мы... Какой у нас есть? Царь-бомба. О, нет. Это была X2. Ядерную бомбу взорвал ядерной бомбой. И хи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!